Трехцветная кошечка Мия попала в приют осенью прошлого года. Женщина на улице вручила малышку девочкам, которые тогда помогали Мурдому в уходе за животными. Проблем со здоровьем у Мии не было. Ее вакцинировали и стерилизовали. Она очень хорошая кошечка. Она ласковая, она игривая. В игре может немножечко так поцарапать, но это все достаточно аккуратно, то есть ничего серьезного не будет. Ну и, соответственно, ее поэтому лучше в семью, где нет маленьких деток, где есть уже ребята постарше. Вот для них она отлично подойдет, будет компаньоном во всех их шалостях и играх. Считается, что трехцветная кошка может принести в дом счастье и успех. Еще одна представительница такого окраса – Жози. Она появилась в приюте в феврале 2022-го вместе с двумя братьями. Поступили с огородов, соответственно, зима, стандартная история, больные глаза, сопли, поэтому их лечили достаточно долго. Потом тоже вакцинировали, по возрасту стерилизовали, кастрировали, братиков забрали, а вот Жози, трехцветная красавица, все еще находится в приюте, ждет своего человека. Она тоже прекрасная кошка, то есть она очень ласковая, она спокойная, она любит сидеть на ручках, она очень любит играть с детками, контактная. В приюте Мурдом числится больше 100 кошек. Одна из них может стать вам другом и любящим членом семьи. Выбрать и забрать питомца можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону +7 908 762 09 51. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров-24.